Для тех клиентов, у которых нет возможности соблюдать режим коррекции, классика в ультратонких ресницах – это реально выход. И помимо этого, я вам скажу так, что я еще и крашу ресницы тушью. Не каждый. У меня есть любимый бренд. Тушь, которую они выпускают, она снимается как микротрубочка. Она не размазывается, она не пачкает мне прикорневую зону. И поэтому я пользуюсь для нарощенных ресниц иногда тушью сама и разрешаю своим клиентам тоже это делать. Но очень важно подобрать правильно. Да? Дальше. Натуральная норка. Кто-нибудь делал когда-нибудь натуральную норку ресницы? Ага. Все? А почему? Почему нет? Нет. Я говорю именно про натуральные, ресницы. А? Ничего она не дает. У тебя на шугон есть аллергия? А что на ресницы должна быть? Что, клиентка? На самом деле, девочки, норковые ресницы – это супер. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это классика. Дорогая классика, что может быть лучше для мастера? Особенности работы с ними какая? Норковая ресница, она немножко более пористая, да? Поэтому нужно приловчиться по-другому работать с клеем. Плюс, в некоторых брендах, у кого есть норковые ресницы, во время носки завитки немножко ослабевают и распрямляются. Поэтому вы берете не тот завиток, который вы подобрали бы своей клиентке, а берете завиток, который более закручен, чтобы когда она умоется вечером, тепленькая водичка или примет душ, он немножко выровняется и станет уже более как бы плавным, да? Получит она в затоке то, что она хочет. В чем может быть заключаться сложность работы с норковыми ресницами? Ну, во-первых, для меня, конечно, сложность заключается в том, что с норкой мы не можем делать объемное наращивание. К сожалению, только приставные техники. Потому что норковые ресницы, они неоднородные по длине и диаметру, но это нормально, да, потому что у нас волоски и ресницы в том числе тоже не одинаковые. Но что вы получаете? Максимально натуральный эффект для своих клиентов. Расскажу я вам быстренько сейчас такой случай из своей практики.